минут 10, и давай попробуем пожевать. Я себя уроню. Ну не уронить. Она вообще вам сейчас немного вот на руке, да, да ну не уронить. Не переживайте. Это нормальный вид спорта. Переживайте. Такая вам понятно, чтобы не уронить. Она в общем туда попала. Так что. Давай.
Ай, молодец. Поздравляю. Спасибо. А что так трясет-то? Я вот такие через раз ловлю, но они сами выхлопывают. Но он там тянул, я центропан загрузил, очень нравится. Тормозишь? Кого? Когда ну как? Раз, ну все, грузная, все, пойдем. Антарозик просто? Переступай. Притормаживаешь? Давай, сынок, да не слышишь, мы там ходим. Все, подключено. Ну ладно, максимум знаний. Здорово! Приходите к нам летать. В смысле, учиться и самостоятельно. Это все как обучение, только что. Ой, слушай, ведь это время было кипяченное. Ну это даже нормально. Я тоже хочу пожарче. Не от авиационной, не от зенитки. Марин, сейчас, секундочку. Кто немецкий знает? Она на раскопку. Знает? Она на раскопку включает. Да, прочитайте. Все, сейчас она нам прочтет. Сейчас. Нет, прочесть нет. Все, снимаем. Ну, как ощущение? Вообще круто. Ну-ка, посмотрите, что тут написано. Это не от ракеты? Вот что-то похоже что-то. Это похоже, да, на какую-то гильзу такую. Похоже, что от ракеты. Немецкий. Ну что, жизнь удалась? В непогоде. Куда это упало? Вот, наверное, сюда. Основа была натуральная. Сколько лет? 71 год, считай. Я не понял.